Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале. Пришла к вам с очередной хвостушкой. Вот такую замечательную, прекрасную куклу Барби лепила я на своем закрытом уроке. Фигурка полностью бескаркасная, то есть никакой проволоки мы не используем, только шпажки. Лепила из мастики Model Past. Лицо полностью сделано вручную, никаких молдов не используем. Урок безумно подробный, все рассказываю, все показываю, так что не переживайте, у вас тоже обязательно все получится. Для тех, кто хочет его приобрести, пишите мне в любую соцсеть под видео, я вышлю вам реквизиты для оплаты, после чего вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у меня постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время он будет вам недоступен. Нет, вы платите один раз и пользуетесь ровно столько, сколько вам необходимо. Ну что ж, не буду вас томить, буду ждать ваших лайков, буду ждать ваших комментариев. Надеюсь, что вы тоже захотите слепить такую красотку. Буду с вами прощаться. Всем пока-пока.